Девочки, всем привет! Всем привет! Всем привет! Начинаем новый влог! Ксения, мы едем на 2 дня, в общем, отдохнуть. Здесь, недалеко, в Ивановской области, в Чайку. А, кстати, вот мы ехали по этой дороге как раз в деревню. У нас вот, видите, приоткрытый сквозняк, или не сквозняк, не знаю. Птицы прям так запели, вот как только мы стали поворачивать в эту сторону. Случайность, не случайный? 300 метров нам осталось. Да. Ой, вот увидела. Мы здесь не были на самом деле. Короче, сейчас мы заедем вот туда. Видите, дорога здесь такая вот, такая. Ксения говорит, что ты, сынок, сказал? Да, в связи. Такие дома красивые. Ну, такие прям красивые. Они прям, смотри, какие. Ну, посмотри прям, какие. Ну, ты же не... Короче, девочки, сейчас мы... Песочек, мам. Вы посмотрите. Да ладно, иди к песочку, а я пойду. Девочки, у меня выключился телефон. Да, вы поняли. Посмотрите. Ой, у меня аж мурашки. Вон там шашлычки можно пожарить, вон там зоны. В общем, я расскажу сейчас. Сейчас я просто вон, Леша с соседями туда пошли, а я же вам пошла гармонь снимать. И смотрю вместе с вами. Ну, точнее, знаете как? Я смотрю вне камеры, потому что прошлая моя жизнь была все время в камеру. И я до хренища пропустила всего. Поэтому я сейчас вот, ну, в общем-то, вы видите все то же самое, что я. Только я смотрю вне камеры, смотрите. Прикольно, да? Вот. Сейчас мы пойдем на ресепшн сходим. Возьмем там ключики. И потом зайдем тогда посмотрим в домик. Хотя, в принципе, мне фотографии лично присылали. На сайте фотографий нет. Ну, в общем, я вам расскажу. Я с вами поговорю попозже. Немножечко. Ну, совсем чуть-чуть. Ой. Ой, вы посмотрите, девочки. Вы посмотрите. Главное, чтобы не это... Нет, это-то я в сланцах буду. Ну, главное, чтобы... Понимаете, да? Ой, вода чистейшая. Это, кстати, Рубское озеро. А я сказала, да, об этом? Как мне Арсений говорит, мам, не русское, а рубское. Я говорю, знаешь что? Оно... Я не могла сказать. Я потому что знаю, что оно рубское. Но я ни разу на Рубском озере не была. Вообще, вот первый раз. Кстати, можно загадать желание. Там качельки. Качельки, иди. Умеешь по воде ходить? Иди. Это для вас информация. Мы все купаемся с 5 января. С 5 января. Короче, и что я хотела сказать? Сейчас. Где? Папа, ну чего, как тебе здесь? Нормально? Ребенок говорит, красиво. Я в восторге. А ему просто нормально. Ну, пока это так, да. Я тут приехал. Ну, мне кажется, с первых вообще минут уже... Вот мне все понятно стало, как только мы завернули в эту сторону, в этом направлении, да, в сторону именно Чайки, как птицы запели, все, мне просто... Ой. Сейчас, говорит, я раскачаюсь. Я тоже сегодня туда пойду. Вдаль просто. Смотри и наслаждайся видами. Убери камеру, да, и не делай никому мозги. Правильно? Mm-hmm. Все правильно. Сейчас. Просто сейчас уже солнышко, наверное, будет скоро заходить. Девочки, я выключаюсь. Сейчас мы полюбуемся этой красотой. Мы еще завтра будем. Послезавтра. Ну, в общем, на 2 суток, на две ночи мы здесь. Получается, время сейчас там 8 с чем-то. Ой, там где-то, походу, это... А тут рыбки же нету? Конечно, есть. Сейчас этот... Ну, только что же шел этот мужчина, шел. Леша говорит, ну что, как клюют? Он говорит, нет, не клюют. Вообще, говорит, нет. Я говорю, завтра приходите, завтра будут клевать. Хорошо. Маленькие-маленькие, смотри. Маленькие мальки. Они вообще ничего не кусаются? Вы посмотрите. Они не кусаются? Какая красота. Полчаса езды от дома. Это просто что-то с чем-то. Вы знаете что? Просто, когда мы ехали в деревню... В деревню, да? Я же говорила, рыбки эти? Нет, не кусаются.
знаешь, вот санаторий есть с рыбками такими. Они типа вот внутрь щекотат. Щекотат. Ну, короче. Да. Поняла, девочки. Времени 20:13. Мы сейчас вот отходим от озера. Надо в холодильник убрать еду, да, там молоко, там вот это сюда. Пятый элемент. 20:13. Все не просто так. Случайность не случайно. То есть, когда я шла сюда, Арсений для меня прочитал: сегодня самый лучший день. Вот эта надпись, он ее увидел. А я сейчас на обратном пути, получается. Восьмерка и пятый элемент. Причем сланцы сегодня купили ему. Сегодня песня играла. Сейчас скажу. Я, блин, слушайте, на языке она... У всех на языке, все ее знают. Ты, my friend. We are the champion, my friend. Ну, я певец еще тот. Сегодня играла песня эта. И... Ах, блин, как красиво. Я же люблю, когда вот так вообще. И мы пришли покупать сланцы. Мы пошли в спортмастере, купили ему плавательные шорты. Сланцы посмотрели, там не было его размера. И в итоге... Нет, вру. Размера не было. Какой размер был? Блин, за 3000. Ну, там они такие оригинальные, что-то там. Я говорю, пойдем в Каре. Пошли в Каре. И он выбирает, меряет. Я говорю, ну, мери, смотри. Он ничего не подходит, такой нервничает. И я такая просто рукой потянулась. Она говорит, вот эти померяй. И он их обувает, и я смотрю, там чемпион написано. Ай, понимаете? Вообще, да просто... Да. Понимаете? Ну, я-то все понимаю. Я все знаю, потому что... В общем... Просто, какие перцы красивые. Прямо под цвет ногтей. Посмотрите, какие перцы вообще. Красные, два болгарских перца, у нее красненькие ногти. И Викочка бежит. Короче, насчет Вики. Сейчас скажу. Итак, раз уже иду до домика, да, они уже пошли вперед, тогда я поговорю с вами. Потому что я потом буду с семьей время проводить. Ну, я буду включаться, буду. Короче говоря... Мы ехали из деревни, проезжаем эту чайку, и я такая обратила на нее внимание. А раз вы обратили внимание, значит, не просто так. И я говорю, ну-ка, загуглите там. Я вот это не люблю все дело. Ну, зачем, если можно делегировать? Арсений, значит, нашел чайку, говорю, дай посмотрю. Я не стала на сайт заходить, плохой интернет был, просто вот так картинки полистала. Говорю, ладно. Потом на следующий день, значит, я туда позвонила. 3 дня у нас переговоры шли. Здесь есть 3 администратора, 3 Ольги. И смысл в том, что вот 3 дня переговоров, один день с одной, другой день с другой, на 3-й день и другие домики предлагались. Причем я еще когда во 2-й день позвонила, в 3-й, говорю, можно мне фотографии, потому что во 2-й день обещали мне фотографии 2 домиков. Она говорит, домики продлили бронь еще на сутки. Ну, я такая, типа, нет. Она говорит, я вам могу предложить другой домик, 14-й. Я говорю, он зеленый? Она говорит, да, помните, я говорила? Полотенце, Василина, зеленый. И я такая говорю, да, он наш домик. Мурашки. И, в общем, и я говорю, а вы можете мне фотографии прислать внутри? Потому что его нет на сайте. И его, и вообще там примерно плюс-минус, да? Леша начал отзывы читать. Я говорю, не читай никогда отзывы, не читай. Ну что ты хочешь? Домик стоит сутки 14 тысяч. Фу, сутки 7 тысяч. Двое суток 14 тысяч. И здесь нет чайника, но чайник мы взяли с собой. Короче, смысл в том, что холодильника в домике нет. Она говорит, да, я сейчас сфотографирую, говорит, пока мы с ней на связи были, она вот шла от административного корпуса до домика и говорит, кстати, здесь, говорит, холодильник есть. Представляете? Я говорю, представляю, я все представляю. Вот. Мне нужно было принципиально сегодня. Я предложила девочкам. Я сразу их забронировала. Вот. Предложила Вере, Насте, которая мне ногти делает, Кате, Вике. Все. Больше никому не предлагала. Ну, Диане. Вера предложила. Диана работает. Вера может только завтра.
А Катя решала, не решала, решала, не решала, потом решила, что у нее будут критические дни. Кать, прости, что я это говорю. В общем, для нее почему-то это проблема, потому что мы планируем завтра, ну, как бы там покупаться, туда-сюда. Но дело в том, что, девочки, сейчас скажу к чему. Это как бы нормально, это жизненная ситуация, да? Я вчера вечером, хоп, обнаружила, что у меня пришли. А я не веду календарь. Меня ничего не беспокоит, они у меня внезапно приходят. То есть вообще, в принципе, меня ничего не беспокоит. И я такая, хоп, вообще меня просто это не напрягло ни разу. В воду по колено я могу войти, а и не по колено тоже. То есть если я хочу покупаться, ну, понимаете, да, можно и так покупаться. Вот. Ну, не сидеть же просто дома, правильно? Мам, все, выключаю камеру. Сейчас я договорю. Вот прямо еще 2 минуты буквально, и все. Вера, может, завтра она приедет с сестрой двоюродной. Вот. И Вика. Вика должна была приехать завтра. Завтра. Сегодня она не могла, потому что она работала. В итоге, почему-то, сегодня, когда мы ехали... ну, в общем, мы полдня с Арсением гуляли, потом Леша за нами приехал, вот, в Тополь. Мы ехали, и мне почему-то захотелось Вике позвонить. И я такая звоню, говорю, Вик, привет, говорю, ты завтра с Верой? Ну, говорю, ты помнишь про завтра? Она говорит, да. Я говорю, завтра с Верой, тогда сегодня с ней свяжись, как вы там приедете, да? Ну, и все. Она такая говорит, а можно, типа, сегодня поехать? Я говорю, конечно, можно. Ну, вы видели, сколько мест, да? Есть на 7 мест домик, есть на 16 мест, цена одна. Вот. И есть апартаменты, там что-то еще, короче, есть какие-то коттеджи. Это я к чему? Арсений с плавками. Сам выбирал. Конечно, переодевай. Купаться сейчас пойдет. И я, знаешь, просто к чему говорю. Вика говорит, можно я с вами поеду? Я говорю, можно. А я говорю, она говорит, а что нужно брать? Я говорю, ну бери, что ты взяла бы к нам на дачу. Ну и купальник. Она говорит, хорошо. Мы едем. Через 10 или 15 минут она звонит. Она говорит, а я вас сильно подведу, если я вообще не поеду. Я говорю, нет, это твое решение. Ну, видимо, там планы какие-то появились. А они не случайно появились. Завтра она, скорее всего, приедет. Понимаете? Ее не должно быть сегодня здесь с нами. Потому что я планировала, что мы сегодня будем втроем здесь. Хотя сегодня как раз-таки я ей позвонила, говорю, ты же работаешь. Она говорит, я полдня только работала. То есть я уже свободна, я через час могу прийти. И видите, складывается как обстоятельство, что она звонит через 10-15 минут и говорит, я не могу. А потом Леша ей позвонила, я говорю, я ей говорю, раз уж она не может, пусть она придет, завтра покормит Ириску. Она говорит, хорошо. И Леша мне рассказывает, говорит, она не может, потому что там мама уехала, собака, ее надо кормить. Поэтому, девочки, когда вы пишете, заведите Арсению собаку. Арсений очень хочет собаку. Ну, у Веры есть 2 собаки. Подождите, девочки. Я, чтобы не тряслась рука, красавчик. Красавчик. Чтобы не тряслась рука, в дерево уперлась. А что за дерево? Кстати, это, мне кажется, что это орех. Кто по листикам может определить? Но мне почему-то так кажется, что это... А листики с внутренней стороны мягкие, мягкие такие. Нет, не орех. Ну, ладно, неважно. Вот. То есть ее сегодня здесь не должно быть. Завтра, скорее всего, она, ну, скорее всего, приедет. Опять же, это все будет зависеть от нее. Это будет ее выбор, ее решение. И опять же, вчера у нас ливень был, холодно, ты. И Вера как-то вот тут сказала, ой, если будет холодно, если будет ливень. Да, все так. Я говорю, холодно зимой. Только зимой холодно. Летом, весной, осенью это не холодно. Это, ну, у природы не бывает так плохой погоды, понимаете? И получается то, что, блин, с каким настроением едешь, такая погода будет. Мама, это сразу 2 дома? Нет, они один вперед другого, и кажется, как будто 2. Здесь вход в этот с этой стороны, а в тот и с другой. Лёша тоже вчера, завтра погода будет. Я говорю, будет хорошая погода. Просто будет хорошая погода. Понимаете? У нас будет хорошая. Там где-то, может, она и будет плохая. Даже турники есть. Даже турники есть. Да вообще здесь классно. Здесь вообще классно, понимаете? Много плюсов. Много плюсов? Мало. Мало минусов. А какие минусы? Минусы, конечно, можно найти, если... Старенький
А тебе что домики? Ты не в домике будешь сидеть? Это и... Вон где-то. Рыбки это не минус, рыбки наоборот это плюс. Ты не обращай на них внимания, они не будут тебя кусать. Они могут мне даже вот знаешь как. А ты тем более купил брызгалку ты. Как там знаешь? Я вообще не пользуюсь спреем от комаров. Знаешь вот это вот как ну санаторий там рыбки вот такие маленькие. Да, которые присоски прилипалы присоски чистильщики. Но это не такие. Вот. Ну короче девочки. А можно я одну поймала? Не поймаешь. Откуда ты знаешь? Потому что я знаю. Они маленькие быстрые. Ну ладно, наверное, не поймаешь. Все, пойдем. Так что, пошли мы. Куда мы пошли, я не знаю. Ну, в общем, пойдем жарить. Купаться. А, ну, купаться, жарить мясо. А, вот, Арсений, я ножки помочу. Папа будет купается. Жарить мясо, мы будем там. Да. Все, давай. В общем, девочки, пойдем. Я, кстати, взяла утюг даже. Леша говорит, давай еще возьму стиральную машину, еще что-то. У меня юбка просто, а она мятая. Я как, ну, для меня это принципиально важно. Что-то для меня не важно, вообще совершенно, вообще просто. А что-то для меня важно. А, поэтому, ну, да, понимаете. Тут вот все у нас, моя джинсовка. Ну, ладно, сейчас мы разберем это все. Я разберу. Вот, девочки, хотела показать. Включаю сейчас телефон. 13%. Это я, вернее, не включаю, я просто его беру в руки, а там 13%. Это все не просто так. Девочки, лайфхак. Мороженое у нас, это мы купили, я фиг его знает когда, я имею в виду, ну, часа 3, наверное, назад еще ходили, все это. В общем, мы про него забыли на самом-то деле. Ну, я вот, кстати, для Вики полотенце взяла. И мороженое нормальное, потому что я их сказала Арсению положить в полотенце. Ну, понимаете, да, если бы они так лежали. А в полотенце ну, оно все-таки сохранилось. И оно было хорошо заморожено, оно у нас дома было. Значит, никак, вот эти сегодня тут что-то дома, не знаю, поэтому... Вот, короче, 6 штук. Нет, все хорошо, вообще все прямо отлично, вот просто отлично. Вот, кстати, холодильник прям чистенький. Вот я думала, я сейчас буду пакетики сюда класть. Нет, чистенький холодильник. Вот здесь такая вот морозилочка. Тоже, кстати, очень чистенькая. И это... Вот тут вот Лёша себе. Это Арсения. А у меня лимон. Причем с дачи. Мы на дачу заезжали. Вот у меня лимон. Я буду чай пить. И буду чай пить. Ой, закрой, пожалуйста, холодильник посильнее. Вот такой вот стаканчик. Это я, когда мы уже... А это не то, что не проливайка. Это когда мы с Федей лежали здесь в больнице, уже приехали из Москвы. Я на Озоне, по-моему, или на Валберес заказала. Я когда пил, он тоже пил из него. Да здесь дело не в проливается. Он такой... Не проливается. Да это не проливайка. Это не проливайка, понимаешь? Ну, то есть он должен разливаться. Это не проливайка. Mm. Вот. А смотрите, какой у нас чайник. Он, когда нагревается, он становится красным, да? Вот эта чашка становится красным. Короче, сломался чайник, когда мы были в Москве. Лёша с Арсением купили вот такой чайник. А у меня вот такой вот стакан будет. Я просто с этим стаканом пила кофе, выходила. Не надо покупать. И Федя из него тоже пил. Так что вот это такой очень важный стаканчик. Что? Не надо покупать теперь кофе, ну, с этим стаканчиком. Его сразу выбросишь, а вот этот останется. И можно... Нет. Смотри, какие дома похожие. Вот такие вот прям... Короче... Класс, да? Красиво. Мне тоже, когда я его увидела, он мне очень понравился. Насчет того, что надо кофе покупать или не надо покупать, здесь палка о двух концах. Почему я его покупала, я потом расскажу, девочки. Что? А, Лёш взял баночку пива и сел. Семечками, слышите? Семечками сел на лавочку. Так прикольно выглядит такой, он прям такой напряженный. Напряженный, потому что он, девочки, ну... Каждый с ума сходит по-своему, я по-своему, а он просто полностью доверяет мне. Смотрите, мало чего изменилось, да? Пока так. Да. Вот тоже, наверное, не надо говорить, но я скажу. Вот эта вот штука, да? Ну, я сейчас здесь этого не делала, ничего. Ну, просто вот, сегодня первый раз. Вообще, это было, я уже не первый раз. Короче, надо просто с этим делом завязывать, и все. Потому что, вот, у меня изжога.
Но я специально, я знала, что у меня будет изжога, я специально перешла, чтобы мне это не нравилось, и, соответственно, просто я перестану это делать, и все. Ну, серьезно. И это будет все легко. Легко и просто. Просто это же привычка. Привычка – вторая натура. А от плохих привычек, от вредных, от зависимостей нужно избавляться. Это единственная моя зависимость. И над чем нужно работать. Я знаю как. И я это легко сделаю. Что вот так что? Арсений просто пошел мне за сланцами. Сейчас пойдем с ним на озеро. Девочки, это у меня тут еще творческий процесс, понимаете, да? Абрикосы взяла. Хотела яблоки взять еще. Что-то там еще хотела. В общем, не взяли, забыли. И абрикосы куда-то вниз попали. Ну, кстати, они красивые. А вот вы видите их не очень. Не надо брать ключи. Я вот сейчас вот... Мне, короче, вот подсказали вот это вот. Кто? Я сейчас ударимся в молнию, мне так сказали, не надо брать ключи. Не надо, можешь потерять, да? А ты как раз сказал, что ты будешь с собой носить. Да, видишь, у меня на карманах вот, вообще нету. Вот, все так. И закрывать не надо. Угу, все понимает ребенок. Молодец. Ну, какие вкусные абрикосы. Купила мужчины. Ладно, пойдем, мам. На улице, пойдем. Я сейчас их в чашечку сюда и с собой возьму. Ну, выглядишь? Угу. Спасибо. Так ты же заходишь. Ой, что-то с фокусом. Девочки, что-то с фокусом. А, уже просто темнеть стало. Ну, как темнеть? Выходи. Мам, выходи. Ты меня пропускаешь. Ну, пойдем. Я с абрикосиками. Все, фокус перестал идти. А, у меня и фонарь не работает почему-то. Или работает? Девчонки, работает фонарь, да? Работает. Так, и, в общем, я переобулась, кстати. Вот если вы мне напомните про эти... Это я задачу взяла. А, про эти... Скажите мне, сланцы? Сланцы, да? Я вам расскажу. Нет, я вообще не планирую про них историю рассказать. Одну из историй. Вот, но если я, девчонки, не забуду. Нет, закрывать надо, сынок. Папа, я могла бы не закрывать. Я паспорт могу где угодно оставить. А папа ему пока. Я ему сказала, мы ехали быстро. Арсений говорит, скоро камера. Я говорю, забей. Позволь себе проехать на камеру. Я говорю, езжай. И он такой, ну, переживал. Там дети вон играют в мячик. Не знаю, как вам видно. Я говорю, езжай. И он такой, нет, да как? И так одни штрафы летят. Я говорю, они летят? Потому что они летят. Я говорю, позволь себе. Отпусти эту ситуацию с камерой. И он такой, ай, ладно, фиг с ним, 140 ехали, ай, фиг с ним, ты же сказал, что не прилетит. Я говорю, нет, это не так работает. Не надо ответственность на меня перекладывать и говорить. Не надо, говорю, на меня ответственность перекладывать и говорить. Ну что, что на скуле? А чего? Ну и что снимешь там? Ты должен, ты, вот ты забьешь на это, и это не будет. Пробки образуются, ну, перед твоим носом. Это только потому, что, ну, ты на это реагируешь так. Ну, кто-то понимает, о чем я? Кто-то не понимает. Вы понимаете? Там зажимаются, целуются. А куда они делись? А это ДК, что ли? Это что такое вообще было? Это там тут какой-то... Такое? Какие-то двери. Парень с девушкой целовались, да куда-то делись. Я думала, они в углу тут это, в уголочке, а они нет. А, кстати, у нас соли нет. Ну, есть люди. Вокруг есть люди. Но здесь недалеко есть магазин. Понятно, что Леша не поедет. Я могу поехать, но им... Сейчас я спрошу про... Соль, специи надо, да? Короче, опять оборвалось. Ну, ладно. Ой, девочки, как классно. Просто... А шашлыками как пахнет. Сейчас тоже он будет жарить. Что ты? Уже очки не нужны? Да нужны пока что. Ну, давай. Ой. Очки, кстати, Василинины. Жорты Арсения очень подходят. Не просто так, понимаете? В общем, да. Класс. Ну, люди уже в курточках. Вода теплая. Она же... Мы с Арсением купались, когда тут в бассейне. Было 19 градусов. Мы с ним купались. Прям. Хотя я час, наверное, с ним дрыгалась там. Не дрыгалась, плавала. На круге.
На следующий день мышцы болели. А Арсений часа два. Потом вечером, представляете, они с Василиной. Василине нечего было одеть на себя. Поправьте меня. Вот, нечего было. И она просто в шортах и в топике полезла. Мы с Верой сидели в куртках, в носках, в ботинках. В общем, чтобы вы понимали. А они купались. Я говорю, Василин, на акуле. Ну, акула надувная большая. Я говорю, Верина, я говорю, так непривычно смотреть. В том плане, что... Что это? Скажите. Ой, какой там красивый. Непривычно смотреть. Как будто ты в одежде. В одежде, блин. А мы-то в куртках, а она-то в топике и в шортах. Я говорю, не холодно? Нет. Ну, что значит дети? Понимаете, дети. Если они хотят, они позволяют себе все. Кстати, зона отведена буйками. Не видно. Сейчас я Короче, вы поняли. Можно. Арсений уронил абрикосину, а я косточки-то, они же, видите, некоторые мягкие. Из руки она соскользнула. Ты что? Ладно, раз нельзя, не буду. Ну, пойдем. Ой. Ну, пойдем. Пойдем. Ну, пойдем. Пойдем. Девочки, пойдемте. Класс, девчонки. Ой, какая красота. Просто я лично говорю, я знала. Я на третий день забронировала. Я знала, что... Холодная, конечно, холодная, как и в этом, скажи мне. Как в бассейне. Я рукой трогаю тоже. Я просто... Я... Ну, короче. У меня не было купальника. Я была в трусах. На секундочку. В лифчике и в сарафанчике. В таком, ну, типа, ночнушечке. Ну, такой, типа, в обтяжку. Ну, потому что я не планировала. Он мне сказал, давай. Я говорю, ну, давай. Я одной ногой залезла в бассейн. А он говорит, ну все, ты одну ногу поставила, давай вторую, девочки. Это для меня было серьезно, если что. Ну, я справилась. Мама! Что? Да ну что такое холодно, я не понимаю. Сейчас я тут это... И сюда встану. Холодно? Слушай, ну понятно, как в воду заходишь. Не, хорошая. Прям... Мама! Я же нет. Не, кстати, я, может быть, завтра буду купаться. Сегодня я уж тогда не буду, а вот сегодня я просто помочу. Я тоже не буду. Нет, хорошая, Арсений, очень хорошая. Клянусь, хорошая. Очень. Ну вот ты в бассейн лезешь. Блин, девчонки. Да бассейн теплее, конечно. Да тебе так кажется, я тебе серьезно говорю. Лезь. Как вышел из бассейна, часа там сколько провел. Ну, когда солнышко, еще нормально, два. А без солнышка ветерок и такой выходит. Да перестань пищать. Выходит с трясущимися губами. Выходит и говорит, а я говорю, ну, выходи. Он говорит, не, я сейчас водички попью, 13 глоточков, икота пройдет, полез опять в воду. А когда уже в воде чихнул, минут через 40, вон туда подойди, там может быть нормальная вода. Ну, я имею в виду, она везде нормальная? Ну, камушков может быть нет. Ну, вот так-то песочек же здесь. И минут через 40, получается, он уже в бассейне чихнул, я говорю, выходи. И он такой, да, сейчас выйду. Ну, видимо, уже замерз. Потому что реально было так свежо. А, ты в тапках? А, ну видишь, какой ты смелый. В тапках. То есть в тапках не холодная она, да? Ну, вообще, класс. Просто класс. Какой камешек. Так, ладно. Если я на них посмотрела, значит, они мне надо. Вода теплая, вот, девочки, ну все, прям класс. Ну да. Так футболку-то верни. Футболку-то отдай. Я еще не купила, я зашел за буёк. Девочки, вот солнце садится. Прямо смотришь на него, оно прямо опускается. Я просто, да прямо, вот сейчас его прямо не будет. Ну, вам уже, наверное, и не видно. Чайка летит. Ой, какая. Ласточка, блин, я на солнце смотрю. Ну, кстати, там можно ласточку. Ой, чайка, наверное, да? Как красиво летает. Вам вообще видно? Просто я на солнце смотрю, у меня в глазах, ну... Я же на свет снимаю.
Очень красиво. Где она летает? Ну, видно, видно, да? Как красиво кружит вообще. Ой, девчонки, как классно. А еще классно то, что народу практически нет никого. Вы сами все видите, да? Не то, что как селедки в бочке. Вон, да ну. Что да ну? Я лучше буду купаться, знаешь, где? Где? Там. В этих тапках. А, так тапки. Знаешь, продаются тапочки такие, которые одеваются как слитки. Ну, как слитки и как чешки. Они одеваются, и тебе удобно будет. В Турцию я покупала такие. А куда они делись? Это не важно. Конечно, теплая. Так просто, ну, все снимай. Да, она теплая. Снимай, давай, эту футболку свою и купайся. Ой, как красиво. Девочки, это кайф. Вообще. Я говорю, жизнь прекрасна. Просто мы этого не замечаем. Точнее, я замечаю, многие нет. Леша? У тебя все хорошо? Ну, отлично. Ой, так это ласточка. Это ласточка. Ой, это не ласточка, девочки. Кто это? Лёш, кто это? Птица. Как красиво. А? Кто? Да нет, это не чайка. Это не чайка. Давай я на меня садись. Это не чайка. А может чайка? Просто у нас же там дачные чайки. Мам, я рыбку большую увидела такую. Да, ты давай футболку снимай, иди уже купайся. Ну, фу, ладно. Ну, купайся, футбол. Он сейчас вот уплывет. Бери его рукой, это за тобой. Ой. Вот белая чайка. А это-то кто? А, с рыбой, с рыбой. Чайка с рыбой. Она рыбу поймала. Ну, да. Прямо это. И уронила ее на домик, видимо, или в воду. Не знаю, видели вы или нет. Класс. Как же красиво. Мам. Да что, мам, мам? Я боюсь вот этих. Я смотрю, мне камера, так что, девочки, если вы. Мама. Я не знаю, кого вы видите. Видишь, что я нашел водоросли? Кого вы видите? Мам, хочешь водоросли? Прям, конечно, хочу. Водоросли. Водоросли. Ой, как красивый как закат, какой красивый. Смотри, как далеко сейчас камни. Класс. Нормально. Ты что, плакал, что ли? Все хорошо. Все хорошо? Могу я в ней прям? Я ж могу ее потом переодеть. Ну, ты можешь, только ты из воды выйдешь, тебе будет холодно. Так ты бы ее сразу одел, а так получается. Ну, полотенце накинешь, можешь. Ну, иди тогда. А ее снимешь, полотенце. Ну, я там рыбку большую увидел. Класс. Она страшная. Она зубастикой. Давай, иди уже. Солнце, вон, уже так за это время зашло. Да, видишь, быстро как. Искупался? Я тоже, девочки, купаюсь, стою. Кстати, у меня даже про джинсы есть история. Серьезно. Да, я тоже про нее расскажу. Где вещи странные? Ну, там что-то типа... Что там? Да там рыбки. Ну, это вещи странные. В бассейне их нет, да, у тебя на даче? Да. Вот в чем суть. Класс. Девочки на качелях качаются. Вообще, вода теплая, девочки. Вода теплая. Прям, ну прям честно. Ой, честно теплая. Очень. Ну вот свежо, на улице свежо уже так. Больно. Пойдешь купаться? Да. Я тебе двое плавок взяла. Я положу. Ну попадем! Не, ну ты вчера выбрал одни, а я тебе. А, ты выбрал одни? Я обиделся. Я хочу, чтобы он тоже покупал. Обижаться на людей ни на кого нельзя. Пап! Обида! Купаться! Знаешь, что делать? Только тебе хуже. Да а я пошутил! Он не собирался сегодня, он же сказал сразу. Чего ты обижаешься? Он же сразу сказал. Это хочешь ты.
Иди. Я хочу вот здесь стоять. Я буду стоять. Думаешь, это... у тебя вот посюда вот уже все мокро будет? Ну, я в джинсах. Я их выше, наверное, не загну. Попробуй. Да зачем мне пробовать, если не хочу? Это ты хочешь. Иди. Я же не против. Иди. Плыви. На моторной лодке там кто-то едет, плывет. Я себя снимаю. Леша говорит, у меня уже спина замерзла. Арсений стоит в воде. И я его укрыла. Укрыла своей любовью полотенцем. Мое полотенце, между прочим. Арсений, да, Арсений. Где он? В воде стоит. В общем, все хорошо? Тебе нравится? Ты не жалеешь? Вот. А как ты возмущался? Я не возмущался. Что дождь? Будет дождь. А еще знаете как? Я говорю, будет обидно, если будет дождь. Не А обижаться заранее не надо. И дождя не будет, если я ты... Сказал, будет обидно, а не обидно. Короче, там даже говорить этого не надо. Понимаешь? Слушай, между слов. Ты сказал, будет обидно. Ты уже во вселенной? Если будет дождь. Да не нужно об этом думать. Не, вот смотри. Нахуй мне тем более. Это манера. Ты захотел. Ладно, вот по-другому скажу. Я захотела. Я захотела. И я знаю, что будет так, как я хочу. И точка. Понимаете? Потому что когда... Хочется действительно от души, то сложится все так, как должно. Даже не так, как я, может быть, хочу, а еще лучше, чем можно себе представить. Девочки, вы все это знаете и понимаете. Ну, нужно от души, не просто умом, а от души. И вот вчера у нас такой ливень был, и холодно было, и вечером холодно было. Мы подъезжаем к дому, у нас на балконе окно открыто. Леша, окно открыто. Я говорю, у меня выключился телефон, но я все-таки договорю. 21:13. Но я договорю. И я говорю, у нас линолеум на балконе. Я говорю, чего ты? Ну и что? Он говорит, соседи затопят балкон. Блин. Вообще, если нужно затопить, то затопит. Сейчас. Арсений, кстати, пошел купаться. И вот смотрите, у нас плюс-минус одинаковые у всех футболки цветом. Понимаете, о чем я говорю? Это случайно так одели. Ну, случайность не бывает. Давай пока без очков. Леша одел. Подойди. Арсений. Очки возьми. Арсений. А, мы ехали когда на дачу. Мы дома же были, да? Кидай. А потом я такая просто поворачиваюсь, на них смотрю и говорю, я поняла. Я все поняла. А у меня, я еще, на мне была футболка, в которой я сегодня в ресторан ходила. На самом деле она была с пятном. С пятном. И я такая говорю, блин, что одеть, что одеть, что одеть? А какие бы я хотела одеть, у меня они в стирке. А на даче как раз были постиранные, ну, висели нормальные. Вот это вот было и другая. Вот я приехала, ту сняла, эту одела. И мы вот в одинаковых футболках. Но они все покупались разное время. Вообще... Кстати, на нем любимый Василек, на мне любимый Василек, на Арсении покупалась. Вот. И, короче, это все не просто так, понимаете? Ой, очень хорошо. Очень хорошо. Леша говорит, место очень хорошее, говорит, сюда не вкладываются. Так, говорит, народ было бы здесь много, да. Да, место, ну, шикарное место. Само место просто шикарное. А то, что здесь... Ну, мы же едем как бы не в домике сидеть, да. И вот, знаете, я скажу... Коттедж здесь есть. Он стоит в сутки 14 тысяч. И когда Леша смотрел его, вот, говорит, вот это нормальный коттедж. Изначально, когда я эту идею подала. А потом, когда вот с домиком, я такая, хоп, в коттедже есть, ну, телевизор, наверное, я не знаю. Ну, в общем, короче, все есть, что нужно, да? И я такая просто потом подумала, ну, тут получается... Нас... Ну, я не подумала просто, я уже сразу выбрала,
то, что нужно было выбрать, да, то, что надо на 2 дня. Не на 1 день за 14 тысяч, а на 2 дня за 14 тысяч, да. Наслаждаться природой, наслаждаться вот этим вот всем делом. И когда мне прислали фотографии, я еще по телефону говорю, там мебель-то совсем убита, он же отзывы читал. Она говорит, ну как? Ну, говорит, ну, пионерский лагерь. Я говорю, короче, по сути, ну, я не так, конечно, ну, смысл таков. Я говорю, ночевать, вот это все дело. Она говорит, да, конечно, там чистое белье, то есть там убираются все. Здесь заезд в 5 вечера, но мы приехали не в 5, мы приехали... Как, Лёша, давай быстрее, давай быстрее. Я говорю, ты на работу торопишься? Ну, блин, куда торопиться, для чего? У меня были свои дела. Я говорю, куда ты торопишься, все, Арсений? Уже с головой. Вот, я говорю, не надо торопиться. Для чего? Если так складываются сейчас обстоятельства, то не надо галопом. Во сколько мы приехали с вами? Не помню. Вот, 7 часов, да? И просто смысл в том, что мы могли приехать за 14 тысяч на 1 день, а здесь мы приехали за 14 на 2. Вы видели все, да? Я как бы ничего не приукрашаю. А, все чистенько, все хорошо, но мне по сути вообще... И когда фотки прислали, я Лёше показываю, он такой, смотри, это не коттедж. Я говорю, ну ты едешь в коттедж сидеть или сменить обстановку, наслаждаться видами. Он сразу понял, о чем я. А Арсению говорю, сынок, там не как гостиница в Москве, когда они приезжали к нам, ну вот, мы с Федей лежали, они приезжали. Понятно, он любит все красиво, все, но он любит еще дачные домики, вот именно такие. Киска пришла. Ой, где киска-то? Он киска? Еще да, я видела, просто мне уже... Киски. Как в Турции. В Турции киски-то ходят? А, в Египте. В Египте. Вот. Ну, в общем, класс. Киски, киса. В общем, да. В общем, вы понимаете, о чем я говорю, да? Холодно? Нет. Хорошо. Девочки заливаются смехом. Вот слева от меня 3 девочки. А, они, кстати, немые. Они немые. Ну, они смеются в голос, а разговаривают жестами. И так заливаются прям. Ну, смотрите, вот 3 девчонки собрались. Просто быстренько покажу. Собрались. Ну, вот отдохнуть, да. Молодцы, вообще молодцы. Холодно? Нормально. Нормально. Ну, то есть, если вылезаешь, наверное, холодно, да? Ну, наверное. Ладно, купайся. Я, девочки, с сырыми ногами, что-то подзамерзла немножко. Ну, и ноги, и надо ветровку, джинсовку одеть с абрикосами. Арсений купается. Пойду... На ресепшн сейчас сначала зайду, спрошу, можно ли там мангалы есть к домику, его отнести, там пожарить. Потому что мы хотим колонку включить и музыку свою послушать, ну, чтобы там не, ну, другим не мешать, да, и чтобы они нам не мешали. Пойду спрошу, потом обратно его унесем. Вижу цель, не вижу препятствий. Не знаю, на чем оборвалось, что я показала. Там детки, ну я слышу просто детей, взрослые, ну, наверное, со взрослыми, питьевая вода из скважины, ну, в общем, как-то вот так. Администратора жду, пока ее нету. Ой, фонарь светит. А что-то он включился, как его выключить? Не понимаю. Подождите, соображу. О, выключила фонарь, и я здесь жду администратора, да. Помните эту футболку из Василька? Хорошая. Прям мне нравится. Одуванчики. Кто понял, тот понял. Блин, как выключить-то? И вот такой вот вид. Ну, вот это здание, да, где я сейчас. Я просто вышла, может, думаю, здесь она. Не видно мне ее. Лодочку несут. Такой вот здесь вид. Там детки. Я же сказала. Разрешили.
мангал принесем к домику, а потом унесем. Может быть, завтра унесем. Ну вот, там их достаточно. Их раз, два, три. Вы поняли, да, девочки? Я просто там чай делаю. А я с вами разговаривала. А у меня оборвалось. Ну, в общем, мы уже принесли мангал. Ну, уже потемнело. Ему не холодно. Я в этом... Там просто я не знала, сколько места, чтобы ты не упал. Вот это наш домик. Это на веранде свет горит. Машина. Класс. Девочки, посмотрите, как красиво. 21 домик. Сегодня 21 число. Смотри, там еще эти качели. Тихо. Свет. Слышали, кричат с днем рождения? Федя, с днем рождения там. Там Федю поздравляю с днем рождения. Месте. Ну, понятно, что в другом месте, просто... Не там, вообще в другом. Да вон в той стороне, короче. И, ну, в помещении. И кричат: Федя, с днем рождения. Вот. И просто вот тут вот красиво. Я так и не поняла. Там живут. Наверное, может быть, сняли вообще на длительное время, потому что он петунии, да? Ну, может, кто-то постоянный. Смотрите, как красиво. Огоньки-то видно, не видно? Вот там вот столик, этот зонтик, стульчики, креселки. Так вот, хорошо. Вот. А вот, ну, короче, сейчас мы пройдем потихонечку. Там просто люди отдыхают возле домика там. В общем, смысл в чем? Здесь, видимо, на длительное время приезжают и снимают, потому что вон... Диванчик этот дачный стоит, качелька дачная. С крыши, которая с козырьком. Ну, в общем, понятно. А я, мы вот это вот увидели, я говорю, в следующий раз сюда приедем. Ну, это просто обуютили так вообще прикольно. Вообще прям здорово. Класс. Я даже, между прочим, захотела частный дом. Да. Ну, лето, в летний период. Ну, а в летний период у нас есть дача. В общем, ладно. Да, не видно вам ничего, девочки. Час. Вот, посвети. Я как Федерико Феллини, скрытой богини. Класс. Сразу присел. Как Федерико Феллини, у скрытой богини. На витрине. В общем, девочки, как практически в старые добрые времена. Прям влог-влог. Устала память чистить, устала включать. Он же выключается постоянно. Поэтому... Показываю, как есть. Вкусно? Показываю, как есть. Вот с дачи взяла доски. Тарелки не стала брать, потому что мы заехали в магазин. Я купила, потому что из дома я не взяла. Я так... Здесь посуды нет. Причем я про нее не спрашивала, мне не сказали. Ну ладно. Проголодался. У меня там джинсы сохнут. Они же снизу сырые. Пахнет вкусно. А мы, когда заехали на территорию, вышли из машины, так шашлыком пахло, помнишь? Прям, да? Очень вкусно. Я Арсению чай малиновый заварила себе. Я уже там с лимоном. Мама, с лимоном нет. Малиновый с лимоном? Серьезно? Ну, сейчас положу. Вот. Вот так кислый. Леша вообще горячий пьет, поэтому я не знаю, ты будешь чай-то пить вообще? Или кофе? Я подумала. Вот. И что у нас? Огурцы, помидорки. И курочка. Ну, в общем, как-то так. Завтра вообще здесь кормят, на самом-то деле. Ну, как бы за отдельную плату. Но смысл в том, что... Это я показываю, чем кормят. Нет, кстати, я не смотрела. Давайте посмотрим. Знаете что? Сейчас просто... Ну, ничего там такого нет. Сервант такой.
зеленые, да, листики? Сервант. Шкафчик. Сейчас скажу. 1300 в сутки. Трехразовое питание. Это завтрак, обед и ужин. Но там меню. Там не шведский стол, а меню. Поэтому мы вот взяли, чтобы завтра нам не думать об этом. Да, завтра узнаем полностью. Сходим, посмотрим, где, чего, как. И уже... ну, вы понимаете, да? Там, кстати, вон вода есть. В этом вот стоит. Вообще отлично. Он устал. Он же накупался. Вот бумага. Накупался. Понравилось. Он, волосы до сих пор. А, нет, уже высохли у костра. Ну, такие. У костра. Купаться понравилось. А ты тепло будешь? Будет лучше, наверное, да? Завтра. Днем, да? Он вообще готов не выходить из воды. Замерз, не хочешь кофту одеть? А, нет, сейчас нормально, тепло. Да? Ну, хорошо. Все, девочки. Всем пока. Пока. На сегодня все, мы будем кушать. Спасибо, что были с нами. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Все. Девочки. В общем, ой, ой. Какая ж красота. Это что было? Красота. Времени почти 12 ночи. Ой. Так, я просто фонарь включила. Ой, лучше бы я без него жила. Вообще без телефона. На самом-то деле, просто хотела вам эту красоту показать. Никого нет. Тишь. Да гладь, благодать, полнолуние сегодня. Вон какая красота. Сейчас поближе подойдем. Мы с вами попрощаемся, и мы будем наслаждаться этой красотой. Мы втроем и никого больше. Просто никого больше. Пятый элемент. Вон. А, мы в 40 лет светлячков увидели. Светлячков. Сейчас темно же, да? И они там, светлячки. Очень красиво. И они просто в темноте, просто светятся. Это вот, понимаете? Вот, полчаса отъехали от дома. Какая красота. Вообще-то 40 минут. Ой, 40 минут. Он же такой прям. Ему тютелька в тютельку. Посмотрите, как все. Вы посмотрите, какая же красота. И, конечно, не придает вот этой красоты телефон, да? То, что небо чистейшее, звезды, ну вон что-то видно, да? Где-то что-то видно. Очень красиво. Где-то там кто-то гуляет. Ну просто вообще супер. Супер. Деревья. Не видно ничего, да? Ну, значит, так надо. Ой, вообще класс. Здесь фонарь горит. Там луна светит, да? А там... Ой, вообще... Ты ко мне прилетели. Серьезно? Где? Где? Ну, в общем, ладно. Здесь вот столики стоят, лампочки. Вот красиво. Вообще, да? Ну, просто и тихо, тихо, очень тихо. Вообще. И у меня тапки скрипят. Ай, класс. Все, спасибо, что были с нами. Всем пока-пока. Всем пока. Мы вас любим. Любим. И благодарим за все, что вы с нами. Пока. Всем спасибо. Пока.